А меня зовут Никита Шабаев, мне 33 года. На настоящий момент я являюсь координатором программы добровольцев Организации Объединенных Наций в Казахстане. Лично для меня 7-е зимние азиатские игры – это большой старт и осознание того, что волонтерство играет большую, незыблемую такую роль в личностном развитии, в профессиональном развитии. И, конечно же, наверное, на тот момент я еще не осознал, насколько это будет, можно сказать, судьбоносно, потому что и по настоящий момент я глубоко в волонтерстве и все больше и больше открываю его для себя. Да, в 2015 году, в принципе, я присутствовал на конференции по развитию волонтерства в стране, и там я услышал о вакансии, которая называлась как доброволец Организации Объединенных Наций, координатор по развитию корпоративного волонтерства в Кызылординской области. Я решаю податься на эту позицию просто потому, что с детства я мечтал быть каким-то образом причастным к Организации Объединенных Наций, но я понимал, что, наверное, это абсолютно нереально, потому что я из абсолютно простой семьи, но при этом хотелось всегда вот коснуться этого. Подался, прохожу и в Кызылординскую область уезжаю. И я уезжаю, и да, действительно, я вот 6 лет в системе Организации Объединенных Наций в Казахстане. На тот момент я считаю, что это было одно из самых моих верных решений в жизни, осознанных таких. Проект или общественный фонд Best for Kids, который работает над социализацией детей из детских домов, воспитанников детских домов, выпускников детских домов в Акмолинской области. Это большой такой проект, большое детище, которое по настоящий момент работает уже с 2010 года. Для меня эта вся деятельность, это сперва попытка систематизировать всю работу, и второе, это уделять свое личное время, свои личные навыки для того, чтобы помогать в социализации детей. На настоящий момент у нас есть и клуб выпускников, который работает прям точечно с выпускниками из этих детских домов Акмолинской области. И они как раз-таки уже в более осознанном возрасте нуждаются в этой поддержке волонтерского сообщества, которое помогает им уже найти работу, найти учебу, понять, как это все устроено в жизни, каким образом не свернуть на дорожку иждивенчества и так далее. Добровольцу он получает пособие, которая хватает добровольцам вплоть до того, что они могут, если они добровольцы не в своем городе, они снимают квартиру. Это, в принципе, достаточная сумма денег, которая покрывает все расходы, связанные с выполнением функциональных обязанностей добровольца. Пособие, как покрытие расходов добровольца, это очень важная вещь. Потому что, когда доброволец в чем-то нуждается, все равно каким-то образом находятся определенные ресурсы, если проект, если программа хочет системно, систематически выполнять свою работу. Поэтому пособие – это важная вещь, то есть покрытие расходов, но нельзя путать с заработной платой, потому что доброволец – это волонтер, это человек, который добровольно выполняет свою работу, но покрытие расходов никто не отменял. Нужно пойти и зарегистрироваться в системе unv.org, заполнить полностью всю анкету максимально обновленной информацией, подаваться на позиции, которые максимально интересны, и проявить очень такую хорошую смекалку и усилия приложить для того, чтобы пройти через отбор конкурсный. Потому что конкурсный отбор довольно серьезный, поэтому нужно иметь очень хороший опыт работы или какую-то определенную узкую специализацию, в которой очень мало людей, которые этим занимаются. Это правда. Я знаю более 5000 человек. Не со всеми, к сожалению, удается поддерживать связь по понятным причинам, но в любом случае это число даже, наверное, занижено. Это ложь. Я пытался, честно пытался в 2016 году, помню, это был Шымкент. Меня учили, но, видать, у меня не такой склад ума, потому что ничего постыдного нет в том, что мужчины вяжут, и у меня очень много знакомых, которые вяжут, но у меня не получилось. Наверное, надо приложить больше усилий, но на тот момент у меня не было ни желания, ни, наверное, времени. Это тоже ложь. Я даже в душе не пою, по сути. Вот, поэтому петь – это вообще не мое. Но про себя у меня всегда в голове какое-то определенное радио играет, которое настраивает меня на определенный лад. И довольно музыкальный, наверное, человек, но внутри. Я лично принимал пару раз точно участие в разработке данного закона о волонтерской деятельности. И, конечно же, программа добровольцев, он непосредственное участие принимала.
в том, чтобы создать определенные наработки, международный опыт привнести в разработку данного закона. И вот в 2016 году его приняли, его подписали. Это большое-большое достижение для страны в сфере волонтерской деятельности. Я считаю, что здесь есть определенная польза, зерно правды, так сказать, потому что волонтеры, даже нельзя сказать, что порой, а они практически всегда работают больше, чем работники, которые там находятся, штатными сотрудниками на контрактах и так далее. Почему? Потому что волонтер, он хочет максимально получить опыт для себя, хочет максимально везде вовлечься. Ему интересно, он горит. То есть волонтер, который не горит желанием, у которого нет определенного энтузиазма, он и не будет волонтером. Поэтому волонтеры, они, естественно, много-много трудятся. И я считаю, что этот вклад нужно признавать. Перегорание у меня было лично, да, оно происходит, когда происходит большое количество различного рода заданий, которые не связаны друг с другом, которые могут не лежать в той плоскости вот мечты, цели, которые могут быть настолько огромными, что занимают несколько там недель подряд без отдыха. И вот, конечно, такие случаи были, может быть, даже не раз, но в любом случае я всегда, может быть, из-за моего характера оптимистичный довольно человек, и при этом я всегда стараюсь каким-то образом настроиться на то, что все будет хорошо, это все к лучшему. Вот. Поэтому для меня это, можно сказать, не совсем большая проблема, но я знаю, что это большая проблема для многих людей, и выгорание допускать нельзя. Именно настрой на то, что это нужно мне самому. Я к этому сам иду, я к этому сам пришел, это осознанный выбор, и, соответственно, выбираться из этого тоже только мне. И, конечно же, помогают еще не только мои собственные мысли и настрой, но и друзья, но и коллеги, которые рядом всегда. Мой самый главный недостаток – это я люблю вкусно поесть, и вот остановиться очень сложно. Я еще не считаю себя успешным человеком, я еще на пути к этому. Любопытство мне нравится в людях, потому что любопытный человек стремится и достигнет своей цели. Мне не нравится невежество в людях и отсутствие стремление. Через 9 лет, в 30-м году, я думаю, что я постараюсь быть также в системе Организации Объединенных Наций для того, чтобы применить тот опыт, который вот на данный момент у меня накоплен. И я буду координировать вопросы, и мне очень нравится именно тема добровольчества, волонтерства. Поэтому я, скорее всего, буду где-то близко. Я счастливый человек.